I have no doubt, zero, that historians will recognize Mikhail for his rare vision and unfailing commitment to reform and openness, despite the efforts of those who would resist change and ignore the call of history. Что нужна демократия, что нужны совершенствование избирательной системы и так далее. Все то, что без этого не получится. Признательности за огромную поддержку и доверие, которые вы оказали мне, избрав генеральным секретарем ЦК КПСС, в это ответственное время жизни нашей страны и партии. Решение The importance is the credibility of the structural reform of the Soviet economy. Всеми нами. И есть персоны, есть действующие лица в любую эпоху, в любое время. И они и здесь были. Я был бы не самим собой, если бы я согласился, что приписывать все, в том числе, кстати, и всю ответственность. На чрезвычайной сессии выступил президент РСФСР. За это мы проголосовали. Вы не забыли еще, что вы за это? If both sides genuinely want progress, then this could represent a turning point in the effort to make ours a safer and more peaceful world. May I say that it was a pleasure to have President Gorbachev Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Мы шли в правильном направлении, делали шаги. И что касается партии, партию надо было после того, как уже выяснилось, что происходит еще до выборов, надо было уже реформировать. Ясно, что Союз нуждался децентрализации, откладывая этот вопрос, мы подтолкнули дезинтеграцию. Очень внимательно следят за тем, что происходит в Югославии. И это один еще урок, что все надо решать в рамках реформирования нашей федерации. Я прямо скажу, перед всеми, перед вами, перед народом, перед страной. Я за обновленный союз, глубоко реформированный, но я за сохранение союза, за реализацию воли народа, выраженной им на референдуме. На другое не пойду. И заседание кабинета министров, но я ее еще не читал. Вот, сочетай всех. Они думают, что сейчас такое положение. Поэтому можно было сохранить, нужно было сохранить. Проиграли. Политически проиграли. Вы скоро об этом услышите. Сейчас мы дошли до такого этапа,
что перестройка, оборвали перестройку. Но назад возврата не будет. Даже если надеяться на это, и тот же Борис Владимир Владимирович, и кто другие, на то, что вот можно, вернувшись старым методом, заставить, загнать, нагнать страху и страхом управлять. Today we have a fuller appreciation of tremendous pressures Mikhail faced during that pivotal time, and through it all he stood firm, which is why he will also stand tall when the history of our time in office is finally written.